в девушку такой неземной красоты. Отправлял букеты ей из белых больших хризантем. И считал он ее своей, не видя других проблем. Она же думала не о нем, другой ей снился ночами огнем. Собирал подснежники он даже в весенний мороз. И лаванды южных гор никак не сразили ее. Даже ландыши в сентябре не значили ничего. Казались ей слишком простыми.